Проходим карту Майнкрафт, скайблок из лаки-блоку, космический скайблок под водой, самый необычный скайблок из лаки-блоку. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом или под комментариями. Здесь у нас очень много интересных предметов, хорошее оружие, космическая броня, акулы, лаки-блоки, зачарованные яблоки, тотемы и хорошее оружие опять. Космическая броня для космоса. Ракета на Марс тоже возьмем. Кстати, Марс уже у нас находится вот там. Сейчас покажу. Надо взять тотем и... Так, рубиновый меч. 7 урона. Давай-ка возьмем. Так, топазовый меч. Давай-ка вот это. 10 урона. Очень отличный меч, кстати. А вот он у нас Марс. Вот он Марс. Кстати, да, вот он Марс у нас уже. Можно туда отправляться. Давай-ка сломаем первый лаки-блок тогда. А потом туда отправимся. Очень много рыб плавает, кстати. Прям очень много рыб. Разных рыб. Так. Еще можно искать секретные шалкера. О, эндер-жемчуги нам нужны, кстати, очень сильно. Еще акулы могут приплыть сюда. Но они не скоро могут приплыть. Так. Ищем секретные шалкера. Топазовый меч. Самый лучший меч. Так, отлично. Нашли секретный шалкер. Здесь находится он. Так, здесь эндер-жемчуги у нас. Так, космическая броня. Так, зелье босса первого уровня. Зелье босса второго уровня. Зелье босса третьего уровня. Так, кирка из коренной породы. Акулы. Так, теперь у нас будет акул 128 штук. Акул у нас. Слишком много акул у нас уже. Акулы. Опасная штука. Так, водичка. Так, так, ракета на Марс возьмем, так и баги, машины, прокатимся на машине, так. И еще спаунер мобов можно сделать. Все, отлично. Шалкер нам пригодится, на всякий случай возьмем. Может, когда-то и пригодится какие-то предметы. Например, акулы могут пригодиться, которые нас потом будут убивать. Так. Еще есть секретные сундуки. Там тоже что-то интересное может быть. Так, отравление нам дали, да? Отравление 2H. А теперь еще есть сушение, надо яблоко съесть. Если мы умрем, то мы появимся очень далеко от Марса. Я свою судьбу сказал, а не. Че яблоко не ест, все съелось. Сердечки должны сразу восстановиться. Кстати, Юпитер еще виден. Алмазная броня и сушитель. Отлично. С киркой из коренной породы легко победим. И сушителя. Не догнал. Кстати, здесь очень много рыб. Вот, уже замечено. Треска. Так, и рыба-фугу еще, да. Треска и рыба-фугу. Здесь у меня не плавают, а там плавают. Жалко. Яблоки зачарованные и обычные. Это настоящие зачарованные яблоки, а это... Так, какие фейковые у нас? Так, это фейковые, а это настоящие зачарованные яблоки. Что взрывается. Так, мы нашли секретный шалкер еще один. Такой же секретный шалкер. Пригодится, давай-ка выбросим ненужные предметы. Еще один секретный шалкер можно уже подобрать. Отлично. Рыба-фугу проплывает, кстати. Самая опасная рыба. Так, бесполезные предметы. Опа, все взяли. А вот у нас секретный сундук. Что у нас здесь в секретном сундуке? Так, назаритовые предметы. Так, назаритовые ботинки, кстати, не нужна нам. А вот это слишком круто. У нас сколько зачарованных яблок? Аж 64 штуки. О-о-о. Зелье второго уровня. Вот это да. Сколько
Зелик у нас будет. Как мы дракона победим так легко? Защита так, защита. Легкость нет, такое не нужно нам. Ну все, а вот у нас еще есть замерзшая гнилая плоть. Что-то необычное, кстати. Пробовать мы этого не будем, хотя можно и попробовать. Да не, не очень так. Лучше не пробовал бы. А ладно, порожим. У нас теперь левитация 2 будет. И голод еще. Лучше бы не пробовали. В секретном сундуке у нас хорошие предметы были. Давай-ка попробуем тогда зелье. Так, какого первого уровня? Тоже интересно, что будет. Да не, не очень как-то эффекты. Надо третьего уровня попробовать. Наверное, будет получше третьего уровня. Потом, когда дракона побеждать будем, попробуем зельку одну. Выпьем даже. Не важно что, вот не важно что, это вообще что-то не особенное. Что это будет? Куда пропадает оно вообще? Чё оно в лаки-блоки въедается? Въедается в лаки-блоки. Да. Так. Ой. Эфриты, кстати. Эфриты под водой не могут жить, кстати. От воды они умирают. Как и эндермены. Мы находимся в космосе, но только космос немного затопило. Ну и еще тем более здесь рыбы плавают. О, зомби-гигант. Ой, а сколько он урона наносит. О, это опасно. У нас же Майнкрафт немного подлагивает. То есть мир подлагивает. Нужно отсюда уплывать. Либо будет очень плохо. А вот он портал в Эндермир. А вот он портал в Эндермир, да? Да. Оксы. Лосось. Здесь. И лаки-блоки. Да, здесь тоже рыбы плавают. Здесь рыбы, кстати, плавают уже. Кстати, там солнце, у нас земля и луна. Вот, луна выдалась, кстати, бы. О, сколько здесь рыб, ага. Сколько здесь лососей, то есть. И рыбофух. О. Здесь тоже рыбы плавают. Так, что здесь ничего не видно у нас как-то? Что, ничего не видно. Где мы вообще находимся, а? Куда плыть? В какую сторону? Так. Мы еще правильно плывем или так? С ошибками. Вообще не знаю, куда плыть. О, рыба фуго опять встречается. Еще рыба фуго. Ой. Да здесь там такие рыбы не нужны. О, нашел что-то. Так, это у нас что?
Все правильно приплыли. А вроде нет. Эндерменов больше у нас здесь не будет, потому что здесь вода. Эндермир нас затопило тоже. И мы не будем видеть никогда эндерменов теперь здесь. Только рыб разных. Эндер-дракона, которого надо победить. Ну и все. А вот зельку третьего уровня надо попробовать, как и говорил. Зелье босса третьего уровня. Отлично. Да, здесь ничего не видно совсем. Еще можно поломать лаки-блоки. Кстати. Ой. А, кстати, у нас еще есть спаунер мобов. Если спаунер мобов засунуть яйцо лаки-блоков, то будет вот это. Вообще, это самое прикольное. Спаунер спавнит лаки-блоки просто. Лаки-блок — это моб на самом деле. От киркового убрал я из коренной породы. Надо вернуть. О, аксолотли. Живите здесь теперь. Здесь очень хорошо. Лучше. Еще один остался. Конечно, здесь видимость вообще ужасная. Где мы находимся? Непонятно. Отлично, дракон уже виден. Нам. Куда он вообще полетел? Очень много эндержемчугов. Да, понятно, уже нашли. Дракон мне помог. Кристаллы надо все сбить. Так, а где вообще яйцо? Осталось совсем немножко. Только дракон куда улетел, непонятно. Вот, здесь он садится, дракон. Все, победили дракона мы. О, яичко еще. Вот здесь яичко, как и говорил. Давай-ка подберем. Его можно даже сломать, но что, долго ломается оно. Ладно, отправляемся в обычный мир. Вот так мы и прошли Майнкрафт. На этом всем пока-пока. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом или под комментариями. Вот так. Пропустить. Ой. Все. Мы в обычном мире. Ну, конечно, тоже под...